Всем привет! Мы сегодня уже второй день в Геленджике. Слишком лицо близко. Да? К набережной. Да. И сегодня у нас прогулка до невесты, которая на центральной набережной находится. В общем, посмотреть, пофотографироваться рядом с красавицей. Поэтому белая невеста, кстати, в шлате тоже такое же. Поэтому я вот так вот подстраивалась под эту белую невесту подстраивалась. Как всегда при мне аппарат. Все такое. Что, пойдем? Штуфельки не стала одевать. Они и так классно смотрятся, да? Что еще вам сказать? Геленджик — это вот офигенно. Я здесь первый раз. Я сколько мечтала. Мы в феврале собирались, кстати, даже видео у меня где-то было там, но сдали билеты, и вот наконец-то я в Геленджике, наконец моя мечта сбылась. И, в общем, куда ни посмотришь, везде очень красиво. Короче, я в восторге. Вон, да, чего одни горы стоят. Горы. Везде красота. Я хожу вот так вот. Что еще сказать? Кто не был в Геленджике, я думаю, наверное, все были, кроме меня. Я только первый раз. А кто не был, все-таки обязательно надо сюда съездить. Да, Эльфа? Это этого стоит? Долго. Долго? Ну, конечно, ну, я бы сказала, 50 надо хотя бы с собой иметь. Ну и плюс расходы на дорогу. 100 надо накопить, друзья, хотя бы. Ну, можно, конечно, и поменьше, но просто искать подальше от моря съем, подешевле. Вроде как и за 1800 можно тут найти, да? Ну, далеко от моря. Василиса. Пожалуйста. Тут как бы я хоть глаза открою. Подожди, ну, конечно, мне некогда, я снимаю. Конечно же, надо мамочку сфотографировать. Потому что я для этого оделась. Я могла по пляжному купальник и пойти. Но раз уж я в Геленджике, надо пользоваться. Тут такой вот робот интересный. Все так же мы. Что, фотофит у нас пар? Девочка, давайте у вас такой фотоаппарат. Не, спасибо. Сами умеем. Так мы походим. Сами умеем. А, блин. Где белая невеста, лучше скажите? Где же она? Красавица. Так, там какой-то типа замок. А, еще тут недалеко есть какой-то... Старый парк, что ли, называется. Тоже очень красиво там сказали. Надо у Оксанки спросить, что тут еще есть поблизости. Красиво. А, вот эти пальмочки. Это мы вышли на центральный пляж. Искусственные. Видишь? Значит, где-то белая невеста здесь должен быть. Здесь еще 20К должно быть написано. Экскурсия морская белая. Нет, спасибо. Ну, на поле. Сейчас только там, наверное, народу возле этой белой невесты. Все хотят фоткаться. Что-то я ее не вижу, зайка. Горы, горы, море, море, море. И вот там горы, 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 горы. И вот там горы, горы, горы. Прелесть.
вот мы наконец-то дошли до белой невесты. И я ее нашла. Сейчас мы будем здесь фотографироваться. Вот сейчас люди сфотографируются, и я. А, нет, у нее шляпы не было. А я подумала, у нее шляпа была. Какая вот белая невеста. Какая красавица. Я похожа. Пойдем сфоткаешь? Была свободна, пока я дошла, уже занята. Какая вот красота здесь, центральная набережная. Вот я ее хотела посмотреть. Белая невеста, еще раз, дубль 2, пожалуйста. Почему вообще белая невеста – символ Геленджика? По распространенной версии, название Геленджика переводится с турецкого как «белая невеста», точнее «невесточка». Так, сегодня мы прошли подальше. Вот там только есть пляж. Там попробуйте искупаться. Геленджик сегодня, а сегодня у нас 30-е. Папа у нас все парусники смотрит. Купил 2 сувенира такие, типа корабля с ракушек. С ракушками, короче, 2 штуки аж. Все у него на какая-то вот эта мания. Что там интересно пишут? Скульптура соль. А, вопросы. Бережно, осторожно. Мы еще ближе. Санта-Фе. Фе-фе-фе. Позади какой вид шикарный. Можно тут спуститься? Санаторий Красный Тал, как мы тут. Я так думаю, пропускают только те, кто в санатории отдыхает.
Или можно спускаться, или нельзя? Такая вещь. Что, пойдем спустимся? Если отправят домой, вернемся. И что, мы спустились, нас никто не остановил. Вроде как. Значит, отдохнем на как бы территории Красной Талки. Хо-хо-хо. Испробуем пляжик. Вот там, наверное, санаторий, не знаю где. Блестит море на солнышке. Великолепно. Ну, на территории санатория народу немного, но здесь вот видите, какой пляж каменистый. Даже камушки такие не маленькие, я бы сказала. Ну, песок тоже ничего хорошего. Так, как пошел купаться. Так, надо и мне тоже раздеваться, купаться. Видите, какие загоревшие, а я-то нет. У меня, конечно, нет цели загорать прям. Ладно, пойду искупаюсь. Ну что, мы искупались на территории Красной Талки, где только вход по пропускам, а мы так с наглой мордочкой. И теперь мы пошли обратно на свою территорию пляжа. Ну и вообще себе. Скоро дело близится к закату. Ой, а где? Где Евген? Видите, какая прелесть все-таки здесь, а? Я только хожу и любуюсь. Белочка, белочка. О, вот она. Аккуратно. Убежал. Конечно, орик фигачит. Ну вот он. Сейчас поесть вернется. Белка из ледникового периода. Ничего не дай. Я так уже покормила. Еще чуть-чуть не дай. Бежал. Нет, она обиделась на тебя, но он сверху сел, говорит, ну вот нахрен. Смотри, смотри, иди сюда. На, вот. Я себе думаю. Похоже на белку за такого периода. А то белый, глазки такие интересные. Смотри, приученный, да? Даже не боится. Здесь только стоит, а не боится. Мур-мур-мур. Где? Да, тут не видно. Смотри, какая. Летит с коробкой. Смотри, давай, вот это. Забралась. Все, умотала. Так, пойдем, наверное, другим путем. Ну, туда пойдем. Так, сегодня мы снова на закате. Сегодня закат вообще волшебный, не как вчера. Вот сейчас тут, наверное, подойду, где люди не мешают. Сюда, наверное. Смотрите, какая прелесть. Красота.
солнышко отражается. Море спокойное, спокойное. Но лучше, когда морская пенка, интереснее. Мгновение, остановись.